В Петербурге в Центре судебно-медицинской экспертизы опознано 58 человек, погибших в авиакатастрофе в Египте. Сейчас к работе приступают эксперты в области генетики. Сегодня начались похороны погибших. Траурные церемонии состоялись в Санкт-Петербурге, в Псковской и Новгородской областях. Люди, которые потеряли своих близких, должны получить страховые выплаты в предельно короткие сроки. На заседании правительства Дмитрий Медведев заявил, от граждан не будут требовать избыточного количества документов, процедуры необходимо максимально упростить.